Двухлетнему Турихану обещают помочь в частном реабилитационном центре для детей-инвалидов Кукшетау. Врачи посоветовали родителям обратиться к лучшим специалистам, которые поставили на ноги не один десяток малышей, страдающих ДЦП. Примерно 200 тысяч нужно. Сейчас безвыходная ситуация просто. В конце ноября нам надо ехать. Врачи сказали, последнее осталось. Такая ситуация, что время идет. Надо быстрее, пока возраст терпит. Врачи сказали, мы поставим его на ноги, привозите в конце ноября. Кроме Турихана, в семье подрастают еще двое детей. Отец сейчас без работы, помогает жене ухаживать за больным ребенком. И надеется, что после лечения в Кукшетау сын сможет самостоятельно сидеть и даже опираться на ножки. В остальном кушает, все нормально, просто у него ноги не держит и руки не держит. Профессора его, как считал, усмотрели, говорят, мы его поставим, говорит, на ноги, главное, не ленитесь, все возможности используйте, с него выйдет толк, сказали. Родители Турихана верят, что мир не без добрых людей, и им помогут собрать деньги на поездку. Ведь во время хаджа и приближающегося мусульманского праздника Курбан-айта принято совершать добрые поступки. Все, кто хочет оказать материальную помощь семье Курманбековых, могут обратиться в нашу редакцию. Лейла Дельшинова, Алексей Уразов, программа «Факт».